Всем привет! Это Алина. Сегодня у мамы день рождения, 1 августа. Я тут засела с камерой, потому что знаю, что сейчас она находится за калиткой. Там приехала доставка цветов. Эти цветы заказала Ира, наш друг и подписчик из Москвы. Вон маман. Бежит с очумевшим видом. Я-то ей не... Смотри! Смотри, какая чудо! Ну иди сюда! Ты представляешь, что творится? Смотри, какой букет! Очень красивый. Я думаю, кто это очень. Там? Там как молодой человек в белых брюках, в белой рубашке с букетом. Я обалдела. Я говорю, от кого это он? А вы точно хозяйка этого дома? Я говорю, да. Я говорю, я просто не знаю, от кого это может быть. Он мне говорит, Ирочка Сергеева. Ирочка, золотой ты мой человек. Ну надо же, вот вы такие прям. Ой, вообще букет, конечно, офигенный. Ой, я даже не знаю, как эти цветы-то называются. Ой, ну не могу. Ну ладно, не реви. Я прям... Ирочка, спасибо тебе большое. Ой, блин. Ну, бывает же такое счастье. Да ладно, пойду. Поставь вазочку у себя дома, там, чтобы красивенько было все. Сейчас. Здравствуйте, мои дорогие. Вот так у меня сегодня начался день по-сумасшедшему. День моего 62-го рождения. Ой. Ирочка Сергеева мне прислала цветы. Вот они у меня стоят. Букет шикарный. Весь день меня поздравляли, звонили, писали. Поздравляли дети, внуки, и друзья, и знакомые, и даже незнакомые, те, кого я не знаю, мои подписчики. Спасибо вам всем огромное. Так приятно.